прошлом году на дорогах погибло 178 человек. Несмотря на тенденцию к снижению числа летальных исходов, Латвия по-прежнему в лидерах по этой печальной статистике среди стран Европы. План безопасности дорожного движения до 2020 года, который сегодня утвердил Кабинет министров, призван изменить ситуацию. Помимо прочего, планируется создать в стране так называемую централизованную умную транспортную систему. Ну, например, зеленая волна луксофоров – это может быть интеллигентной. Меняющие знаки – это интеллигентное, что уже, вот, например, у вас туман, уже подается сигнал на меняющие знаки, что вы должны снизить скорость. Один компонент уже работает в Латвии с ВАЛС-цели. Уже в хомпейдже или на сайте уже есть, сколько вас может, займет время проехать до точки Б от точки А. Согласно плану, к 2020 году число смертей на латвийских дорогах должно стать в половину меньше. На 50% должно сократиться и количество тяжело пострадавших. В общей сложности в планах ЦСДД провести 79 мероприятий, среди которых улучшение нормативных актов, контроль поведения участников дорожного движения, улучшение работы ответственных дорожных и чрезвычайных служб. В ЦСДД отдельно отметили, что о повышении штрафов для водителей речи не идет. На все эти мероприятия ежегодно будет выделяться дополнительные 8,5 миллионов латов из еврофондов, самоуправления и от международных спонсоров. Около 2 миллионов получат из средств, которые отчисляют страховщики. Сергей Герасимов, Латвийское телевидение.